Очень важно, мои родные, чтобы вы осознали, что в том, что вы будете делать этот год, находясь в разлуке с родными и близкими, есть высокий смысл. Во-первых, никто и никогда уже не сможет вас в этой жизни земной назвать дебилом, потому что вы служите в штабе ядерных сил России. Сюда дебилов не берут. Поздравляю, дорогие мамы, у вас умный и толковый сын. Мы отбираем сюда самых интеллектуально одаренных. Тормозов в основном не берем. Давайте помолимся ко Господу, чтоб вы не тупили и не затупили девушки, которые вас любят и, надеюсь, ждут. А если затупят, туда им и дорога, да, мои родные? Найдем лучше. Помолимся об этом, мои родные. Кто с нами будет молиться, давайте головные уборы снимем.